Всем привет! И сегодня у нас распаковка бумажных сюрпризов. И у меня есть для вас новиночка! Это коллекция BT21. А также вы здесь видите вот такую вот бумажную коробочку. Вот с такими вот куколками. Ее я чуть-чуть не успела сделать, я внутри не успела сделать пакетики. Поэтому в следующем видео обязательно будет такая вот новиночка. Ну что ж, а давайте посмотрим пакетики в нашей коллекции BT21. Вот такой вот желтенький пакетик, такой розовенький, голубенький, серенький, красненький и темно-синий. А, и также вот такой вот коричневый. Кстати, здесь очень крутые открывашки, они очень классно работают. И из этой коллекции мы сегодня возьмем один пакетик. Но перед тем, как мы начнем выбирать пакетики, я хочу передать привет моему подписчику Игорю Андрющенко, а также Бравлину Максиму. Привет вам! А также меня просили сделать коллекции мои подписчики, но так как я приболела, я не успела их сделать. Так что в следующем видео какая-нибудь коллекция точно будет, а может быть и две. Но перед тем, как мы начнем выбирать наши пакетики, я хочу вам показать, кто у меня появился в дне рождения и в анкете друзей. В анкету друзей прибавилась Квин Лол, у нее день рождения 24 марта. И Да Босс, у нее день рождения 10 мая. Девочки, вам большой привет! А в анкету друзей записала Да Босс. У нее день рождения 10 мая, ее хобби шить и танцевать, любимый фильм «Последний богатырь», ее любимый актер Виктор Викторович, любимая певица Мия Бойко, я, кстати, ее тоже очень люблю. Любимая песня «Мона Лиза», любимая книга «Алиса в стране чудес», любимый цвет розовый, любимый цветок подснежник, тюльпан, ромашка и роза. Любимое блюдо пиццы и суши, любимое животное кот и собаки. Ее пожелание мне много друзей и подарков, и чтобы все меня любили и много подписчиков. Большое тебе спасибо, мне очень приятно. Ну что ж, а теперь давайте выбирать пакетики. Давайте возьмем сначала все коллекции, которые мы сегодня должны закончить. Коллекция «Что надо для Нового года». Патчи. «Приготовь», мы сегодня узнаем, что мы готовили. Мои любимые маркеры. Остальные коллекции мы еще не заканчиваем. Давайте начнем выбирать пакетики с лисичек. Кстати, ребята, здесь сзади лежал пакетик с масками. Мы тоже их заканчиваем. Из коллекции лисички давайте возьмем первый пакетик. Из коллекции Among Us возьмем второй пакетик. Радужные котики. Это наша прошлая новиночка. Кстати, я доделала пакетик. Вот он какой у меня красивенький получился. И давайте возьмем второй тоже пакетик. И наша новиночка возьмем, давайте вот такой вот серенький пакетик. Ну что ж, теперь приступаем к распаковке. И начнем вот с этого вот каталожика. Открываем его. И давайте откроем коллекцию Among Us. В прошлом видео нам попалась вот эта вот принцесска, она была предателем. Сегодня у нас вот такой вот красивый пакетик с маской Among Us и эти персонажики влюбленные. Вы хотите, чтобы я сделала такую коллекцию именно маски Among Us? Если да, то пишите в комментариях. Здесь насечка, открываем наш пакетик. И тут нам попадается вот такая вот Снегурочка. И она под номером 4. На этой страничке, вот сюда. Отклеиваем ее. И наклеиваем. Кстати, в следующем видео мы закончим первую или вторую страничку. Теперь откроем коллекцию эмоций лисички. В прошлом видео нам попалась вот эта вот сердитая лисичка. Она на кого-то злится. И у нее эмоция злости. Кстати, сегодня мы можем закончить вторую, первую или начать последнюю страничку.
Вот наш пакетик, он такой радужный здесь. Открываем. И тут нам попадается вот такая вот лисичка, которая чему-то удивляется. То есть это эмоция удивления. И она под номером 4. То есть на второй страничке. Мы ее закончим. Наклеиваем ее на свое местечко. И вот так вот у нас получилось. Мы закончили вторую страничку. А теперь давайте заканчивать наши коллекции. Давайте первую коллекцию закончим. Это патчи. Вот наш пакетик. Открываем его. И тут нам попадается вот такие вот патчи. Они как закат. Их надо наклеить вот сюда. В прошлом видео нам попались мои фирменные патчи Good Toys. Первую патчу наклеиваем. И наклеиваем вторую. Вот так вот у нас получилось. Мы эту коллекцию закончили. Можете посмотреть. Следующая коллекция, что нам для Нового года. А я хочу открыть мои любимые маркеры. Вот наш последний пакетик. И нам попался вот такой вот серенький маркер. Вот. И номер у него VG2. Отклеиваем наш маркер. И приклеиваем на номер 3. И вот так вот получилось. Теперь давайте откроем коллекцию маски. Сегодня мы закончим вот эту вот страничку, а также всю коллекцию. В прошлом видео нам попалась вот эта вот черная масочка. Вот наш пакетик. Открываем его. Тут нам попадается белая масочка, то есть на нее есть фон. И это вот такой вот радужный фон. Пишите в комментариях, нравится вам или нет, а также ставьте лайк. И приклеиваем вот сюда. А теперь наш фон. Наклеиваем его. И вот так вот у нас получилось. Это вторая страничка, а это первая. Далее откроем коллекцию, что надо для Нового года. Нам попадется на эту страничку кое-что. Здесь перфорация. Открываем. И тут нам попадается символ Нового года. Вот такой вот миленький бычок. Отклеиваем его. И наклеиваем на свой контур. Вот так вот у нас получилось. Это вторая страничка. А это первая. Далее коллекция «Готовим или приготовь». Вот наш пакетик, и сегодня мы узнаем, что мы готовим. Открываем, и нам попался вот такой вот бургер. И здесь есть все ингредиенты, которые есть здесь, кроме мяса, потому что оно сюда не вместилось. И вот такая вот коллекция получилась. И с этим каталогом мы закончили. Теперь мы переходим вот к этому кошачьему каталогу. Мы завели его в прошлом видео. И нам попалось в прошлом видео вот такой вот котик, который говорит «С днем рождения!». Потому что день рождения был у Васи котика.
А также нам попался вот такой вот мимимисный котик-единорожек. Интересно, что нам попадется сегодня. Вот наш пакетик. Открываем его. И здесь нам попадается вот такой вот котик в виде мороженого. И это мороженка под номером 4, то есть на 4-й страничке. Вот 4-я страничка. Отклеиваем наше мороженка и наклеиваем на эту страничку. Вот так получилось. И теперь наша новиночка, но она не в этом каталоге. А вот в этом. И та-да-дам, вот наша первая страничка. Здесь две их. Вот первая. А вот вторая. Ну что ж, давайте открывать наш пакетик. Немного у нас не сработала перфорация. Ладно, откроем так. И нам попался вот такой вот персонаж. У него голова в виде сердечка. Его или ее зовут Тата. И она под номером 7. То есть на второй страничке. Вот сюда. Наклеиваем. Вот так вот мы начали эту коллекцию. Ну что ж, а кому понравилось это видео, ставьте обязательно лайки и подписывайтесь на мой канал. А также не забывайте то, что в следующем видео будет вот такая вот новиночка. Ну что ж, всем пока! Чмоки-чмоки!